В Войсковом Вознесенском кафедральном соборе Новочеркасска совершено общее говение духовенства Ростовской-на-Дону епархии. Клирики во главе с правящим архиереем, митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием собрались для общей молитвы, исповеди и причащения святых христовых тайн. На богослужении побывала съемочная группа телестудии «Дон Православный». Помолимся, чтобы Господь даровал истинное успокоение, прощение, отпущение его, соединил нас с Церковью своей Святой Соборной и Апостольской, и не лишил нас, но преизобильно даром, благодать Святого Духа, чаемое нами в таинстве Святого Причащения. Помолимся. Всеобщее говение духовенства – это особое событие для каждого священника. Попытка двинуться вверх, стать чище, лучше, совершеннее и приблизиться к Богу. Исповедь духовенства происходит вне алтаря. Исповедуются пастыри, преклоняет колени и приступает к таинству покаяния архиерей. Общее говение в дни Великого Поста – еще один пример сплоченности духовенства. На этот раз – сплоченности через покаяние. 2 года подряд соборно исповедуются священнослужители. В Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы и в нынешнем году – в Войсковом Вознесенском соборе города Новочеркасска. Общее говение – необыкновенное состояние, которое сплачивает духовенство и дает возможность увидеть, что священники – такие же люди, которые также исповедуются, причащаются. Все священники сегодня очень благодарны Богу и Владыке, что Он это строил, нас позвал, и мы имели возможность и покаяться, и причаститься, и увидеться друг с другом, и получить архипастырское благословение. Вместе покаяться, совершить божественную литургию, причаститься святых христовых тайн, увидеть друг друга смогли священники, несущие свое пастырское служение в самых разных уголках Ростовской епархии. Это делает нас ближе друг к другу, роднее, делает нас действительно братством, делает нас действительно церковью, которую стяжал Господь честной своей кровью. В объективы фотокамер едва поместились все те из числа духовенства, кто стал за этот день на ступень выше, поднялся по лестнице навстречу Господу.